Прекрасная территория вертолетной площадки на первый взгляд выглядит уже почти готовой принимать гостей. Но пока пространство все еще скрыто от посторонних глаз строительным забором. Рабочим необходимо завершить озеленение, доделать покрытие в нескольких местах и установить оставшиеся элементы благоустройства. На основной площадке сейчас выполняется еще деревянный настил в двух местах под качели. Произведем монтаж самих качелей навесных и на ротонды положим поликарбонат. Основную часть работ на этой площадке выполнили еще в прошлом году. Как обновленная территория пережила снежную зиму, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с подрядчиками и оценила качество установленных конструкций. Мы приехали посмотреть, как площадка пережила зиму, какие есть проблемы, но проблем нет никаких. Прекрасно и растения пережили зиму, и покрытие все пережили зиму, небольшие необходимые доделки. Ну и, конечно, тот план, который у нас есть, надо, конечно, доделать до конца. Реализация масштабного проекта благоустройства территории стала возможна благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ожидается, что обновленная площадка будет популярным местом для прогулок. А потому подрядчики рассматривают вариант с обустройством дополнительных парковочных мест. С вертолетной площадки открывается, пожалуй, один из самых прекрасных видов на Самару и на Волжские просторы. Пока им наслаждаются только строители, но уже 1 июля эта красота будет доступна для самарцев и гостей города. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.